Казани может подорожать проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление направлено в Минюст Республики. Одна поездка в автобусе или трамвае пассажирам обойдется в 36 рублей. При оплате транспортной карты 31 рубль. Увеличение тарифов связано с ростом цен на топливо и энергию. В Казани угарным газом отравились женщина и мужчина. ЧП произошло в квартире на Революционной 49. С диагнозом отравления средней степени тяжести пострадавших госпитализировали в 7-ю горбольницу столицы. Сейчас выясняются причины случившегося. В Татарстане за сутки зарегистрировано 245 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 4 человека, сообщает республиканский оперштаб. В России за прошедшие сутки заболели 9195 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал жителям использовать майские праздники для ревакцинации от коронавируса. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.